35-летняя женщина, которая поставила на колени чужого ребенка и заставила его извиняться перед своим сыном, теперь извиняется сама. Я хочу очень искренне от всего сердца перед вами извиниться за то, что я поступила так с вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. И я еще лично перед вами извинюсь, когда вас увижу. Буду извиняться перед вами и перед вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. Подозреваемую все-таки задержали полицейские. Напомню, 13 июня она напала на 9-летнего мальчика, который якобы оскорбил ее 5-летнего сына. Горе-мать силой поставила школьника на колени и требовала, чтобы он просил прощения. Спустя несколько дней женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила еще и 12-летнюю девочку. Заведено уголовное дело. В ближайшее время меру пресечения ей определит суд. И не исключено, что подозреваемую отправят под домашний арест.